Грузовик «КамАЗ» под управлением жителя Дагестана столкнулся с автомобилем «Нива» на территории Калмыкии. В результате дорожного происшествия погибли 4 человека, сообщает пресс-служба МВД соседнего региона. ДТП произошло накануне на федеральной автодороге «Каспий» в Кеченеровском районе. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Все погибшие – местные жители. Водитель грузовика не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей.